участник нашествия. Имя – Земфира. Город – Уфа. Стаж группы – 2 года. Хит года – Аривидерчи. Понятие настоящая музыка. Конечно. Та, что искренне. Она может быть безобразно сыграна, но это можно искоренить посредством аппарата, учебы и так далее, так далее. Искренность, она либо есть, либо ее нет. Казаться дерзкой, но все, что касается извлечения нот, я сделала все, что я могла. Теперь я занимаюсь исключительно окраской. Это куда интереснее. И более того, опять может прозвучать дерзко, таких людей немного, именно вокалистов. Неплохой сборник, неплохая идея. Более того, все это дело задумали неплохие люди. Очень бы хотелось, чтобы у них все получилось. И если мы как-то сможем им в этом помочь, то мы будем жутко рады. Нашествие тоже был как бы своего рода отчет о том, что мы вот действительно поездили сколько-то. И вот мы уже концертирующая группа. Вот. И это непременная ступень к нашему первому сольнику в Москве. Есть люди потребители. Все-таки мы считаем себя созидателями. Уже не стыдно шагать в следующее тысячелетие. Более того, мы имеем один продукт и готов второй. То есть вот он не просто так шагнул, если же совсем глобально, шагнул не просто так, шагнул с чем-то своим, с тем, что сам же и создал. Промокшие спички.